Здорово! У тебя перчатки похожи жопники. У меня все в жопном свете. Здорово, ребят! Муравей до сих пор у меня. Никак я, ребята, не могу придумать, вернее, не мог придумать заводилку удобную. Не дрель же отправлять товарищу, чтоб он заводил. Решили было специально для муравья купить микродрель. А потом подумали, там же ручной стартер. И вот, ребята, целый месяц я думал, как его сделать, этот ручной стартер. Мысль была вот такая. Удлинитель, зацеп, тут шестеренка, деревянная ручка и вот такая ручка. Держишь вот здесь и крутишь эту ручку. Здесь передаточное отношение 1 к 3. И получается, крутим ручку, а стартер вращается 3 раза быстрее. Даже изготовил шестеренки. Но! Эта концепция мне не понравилась, и я так и не приступил к его изготовлению. Наш муравей достоин гораздо продвинутого устройства заводилки. И вот буквально сегодня ночью приснился мне сон, как Менделееву с его периодической таблицей. В 4 часа утра вскочил и вот законспектировал мысль, друзья. Как в детстве вертолетики запускали, да? Деревянная ручка, катушка, удлинитель, зацеп, веревочка и деревянная палочка. Здесь на подшипниках все стоит. Пришел в мастерскую в 6 утра и забабахал вот такую штуку. Деревянная ручка, катушка, веревочка, кайтовая стропа. Усилием на разрыв 200 кг. Дюралюминиевый пруток, утолщение на 8 мм и палец. Посмотрим, как она работает. Берем наш инструмент, замотал уже тут веревочку, вставляем, держим и аккуратненько, не спеша, дергаем. Здесь у нас специальная прорезь, узелочек, здесь накатка. И наматываем. Так, веревочки тут, по-моему, 400 миллиметров достаточно. Вставляем. И дергаем. Если он заводится, то эта штука спокойно крутится вместе с мотором. Потом просто остается его легонечко вот так вытащить. Вот такой вот шикарный инструмент, друзья, у нас получился. Заводилка для муравья. Ну, естественно, мы обязаны его сейчас завести и посмотреть, как он работает. Вернее, как заводится. Как работает вот эта вот у нас ручная заводилка. Суперсовременная, с нашего детства, друзья. Полный шприц бензина, капелька масла. А, крышка засохла. Неожиданно.
полный шприц в бак, крышечку обратно. Так, закрываем. Соединяем питание. Соединяем питание на пульте. Пульт готов. Соединяем питание на модели. Готово. Готово к заводке. Смотрим, через сколько попыток он у нас заведется. Надеюсь, не через 2 часа. Заводим, друзья, муравья ручным нашим стартером. Так, зажигание не включил. А так бензином уже запахло, значит, все работает. После долгого простоя, а стоял он у нас месяц, лучше первый раз прокрутить без зажигания. Так, включили зажигание, теперь, возможно, заведется. Можно сказать, первая попытка. Нет, не завелась. Попытка номер... два. Попытка номер два. Так, даже не схватило. Надо изучить вопрос. Вроде бы как разобрался с ситуацией. Подсосал карбюратор. Сейчас он должен завестись, друзья. Так, стартер ручной готов. Зажигание. Аккуратно. Попытка номер три. Вау! Класс! Работает! Работает! Работает, друзья! Опа! Напутал с газом, и он заглох. Выручайка-заводилка. Мне кажется, это гораздо лучше и интереснее для муравья, чем какой-то электрический шуруповерт импортный. Правильно ведь? Класс! Изумительно работает! Класс! Так, глушим. Пробуем еще раз. Если заведется, то у нас заводилка прошла практические испытания и годна к применению. Я очень доволен, друзья, что мне приснился именно такой интересный сон сегодня. Блин, зажигание-то забыл. Опять без зажигания прокрутил. Когда на заведенном прокручиваешь без зажигания, получается, он может перелить свечу. Так, надеюсь, не перелил. Пробуем! Класс! Просто класс! Все, прям вот сюда вот ложим все. И едем, друзья. А вперед. Движение вперед. Газу чуть-чуть прибавим.
сцепление. Поехали! Ой. Назад. Сцепление. Ребята, заводилка получилась шикарная. Просто шикарная. Прям раритет. Можно пропеллеры запускать в воздух. Шикарно. На этом проект муравья можно считать законченным. Вот нам, что надо было еще сделать. Ручная заводилка, друзья. Ну все, зачет, друзья, зачет. Разбираем трактор на техосмотр и обслуживание гидравлики. Вот такой ящичек из фанеры сделали. Муравейчик здесь размещается. Все здесь прокладывается мягким материалом. Потом у нас идет вот такая крышечка. Ну а здесь в коробочках всякие, а где пульт? Принадлежности, пульт и так далее, тоже прокладывается мягким материалом. И закрывается все это дело вот так вот. Такой вот ящичек для муравья, друзья. Вот для размерности. Аналог этой коробки МТЗ-82. В следующем фильме будем его разбирать и изучать поломку. Зафиксировал муравья шнурком на дно. Закрываем последний раз. Теперь раскладываем все барахло, которое относится к нему. Кстати, в этом проекте я забыл про зарядник. Подумав, что трактор и муравей будут в одном месте. Это моя ошибочка. Попозже мы его купим и положим. Вернее, отправим отдельно.